Всем здравствуйте! Всех с Новым годом, с 2022. В этом году на самом деле еще я не снимала видео. Сегодняшнее наше видео начинается с центра города. Мы находимся перед театром Алишера Наваи. Также здесь напротив, вот бывшая гостиница. Как она? Ташкент, да? Вы знаете, на Новый год все ждали праздник, все праздновали. Но дело в том, что в Ташкенте в этом году мы отдыхаем тоже 5 дней с 31 числа. 31 это уже был у нас выходной. И до 5 числа весь Ташкент, весь Узбекистан, вернее, отдыхает. Так что хочу сказать, еще же это совпадает с детскими каникулами, что какие-то, если парки, либо какие-то развлекательные места идешь, нигде нет места. Это настолько, как говорится, активно гуляет весь город и весь Узбекистан, что просто невозможно никуда попасть. На самом деле, я 31 числа... Мы поехали в парк Узбекистан, вот Новый Узбекистан. И в этом парке, ну просто это невозможно объяснить словами, сколько было народу, потому что там уже где-то за километр до начала или там даже больше. И после этого парка вдоль всей дороги было все перекрыто, и невозможно было заехать туда. В общем говоря, мы пытались попасть в этот парк, но это не увенчалось, как говорится, успехом. Мы просто не смогли туда заехать. Там, чтобы заехать на стоянку, нужно было, ну, наверное, час только вот стоять в пробке. Ну и в конце концов мы просто развернулись и оттуда уехали. И поэтому вот этот выпуск хотела на Новый год показать парк, не получилось. И знаете, такая ситуация сейчас во всех парках Ташкента, потому что идут зимние каникулы, потому что всем дали отдыха 5 дней, и здесь все, абсолютно все забито людьми, везде. И к тому же вот сейчас, если посмотреть у нас новости там в Фейсбуке либо где-то в Телеграме, если поехать в горы, то и там дороги настолько забиты, настолько там пробки большие, невозможно заехать вот в курортную зону. У нас сейчас, вы знаете, вот Амерсай, это вот такая курортно-лыжная зона отдыха, но и туда тоже абсолютно невозможно попасть. Поэтому этот Новый год мы как-то скромненько отсиделись, можно сказать. Вот. Сейчас вот вышли, видите, в центр прогуляться. Очень много детей, видимо. Смотрите, люди покупают билеты в театр. Видимо, сегодня здесь какая-то, наверное, я не знаю, опера или балет. Во время каникул, вот, видите, дети культурно развиваются, да, скажем так. Ходят в театры. Вот наш фонтан. В зимнее время он у нас в спячке, поэтому не работает. Ну, как всегда, здесь наряжена вот такая большая елочка. Посмотрим, подойдем ближе к елочке. Подарки, но они за решеткой. Так, ну, вечером, конечно, это все светится красиво. Ну вот. Посмотрите, вот это гостиница бывшая, гостиница Ташкент. Вы знаете, вот ее название сейчас Lotte City Hotel Ташкент Палас. Видите, это как бы вот это название Ташкента, оно все равно присутствует, но все сокращенно просто это называют гостиница Lotte. А так, видите, вот, ну, там что, виднеется музей, да, исторический музей наш.
Вот это, видите, четырехэтажное здание, где первые этажи уже вот книжный магазин, здесь пиццерия есть, бутики, там цветочные магазины. Ну, вот такой вот обзорчик короткий. На самом деле у нас в Ташкенте погода 7 градусов. Ну, как сказать, не холодно, не жарко. Но самая такая приятная погода. Я думаю, что для детей, которые находятся на каникулах, тоже это как бы хорошая погода. Есть возможность пойти погулять. Вот, видите, все школьники гуляют сейчас с родителями. В общем, ну вот такая картина. Вот наш ЦУМ ташкентский. Ташкент универмаги, что ли, он называется. Вот этот центральный универмаг. Он, конечно, до сих пор работает. Ну, конечно, здесь он какой-то и не стал полностью современным. И не остался старым. Ну, в общем, частично там как-то пытаются поменять что-то. Ну, в общем, такой универмаг. Но все равно, когда заходишь в ЦУМ, вот эта обстановка еще как бы старого, немножко, наверное, советского, еще присутствует в этом ЦУМе. Это, наверное, единственный такой большой магазин, который вот так в центре города. И вот он такой вот, как сказать, до конца не... И не ЦУМ, ну, вернее, ЦУМ, и не современный какой-то универмаг или что-то там, шопинг-центр. Ну, в общем, что-то среднее. Так, фонтанчик наш. Ну, вот такая вот у нас сегодня с вами прогулочка. Театр Алишера Наваи. Видите, детки бегают. Видимо, наверное, начинается какое-то представление театральное. Скоро собирается здесь молодежь. Вот видите, в четырехэтажном здании внизу здесь Глосс бутик. Бутик мужской и женской одежды. Также здесь вот этот знаменитый магазин Ташкент Гулари. Это цветы Ташкента. Этому магазину, я не знаю, ну 100 лет, наверное, уже. Он еще здесь с советских времен находится. Конечно, долгое время этот магазин пережил и тяжелые времена тоже, но вместе с тем сейчас он обратно очень большой и, по-моему, знаете, очень такой востребованный магазин, потому что он и находится в центре. Если честно, здесь и цены такие очень даже крутые. Конечно, всегда удивляет. Ну и радует это оформление цветочных магазинов. Они всегда прекрасны. Смотрите, как вот сухая ветка. Это дерево это или манекен. Ну, в общем, это просто деревяшка. Ее, видите, вот так побелили и украсили снежинками. И вот такими лампочками маленькими. Как красиво смотрится. А, вот их везде тут оставили. Красиво, да? Я хочу шишки помыть. А, вот, 73-й год здесь написано. Ну, не знаю, правда это или нет. Ух ты. Сколько цветов? Класс. Ох.
Ой, как говорится, мама дорогая, держи меня. Какие цветы красивые. Так, вот 240 тысяч. Горшочки. Ну, так коротко пробежимся. Здесь, если, блин, останешься, все. Это же для женщины. Смотрите, какие красавцы. Вообще. Просто прелесть. Как они такие разноцветные? Не знаю. Красивые. 100 тысяч стоит. Ух ты, здесь, знаете, мандарины, что ли, плоды. 700 тысяч. Очень красиво. Смотрите, какие горшочки вообще. Просто вообще прелесть. Очень, конечно, выбор здесь очень большой. Смотрите на любой вкус, цвет, размер, дизайн, все, что хотите. Очень красиво. Композиция из суккулентов. 782 тысячи стоит. Да, очень красиво. Малышечки, 60 тысяч. Какие они красивые. Просто прелесть. Очень красиво. И необыкновенно. Ой, вообще. Да. Мечта, мечта. Ох, здесь какие лейки красивые, смотрите. Все, как говорится, для садоводства. Горшочки разноцветные. Глина, удобрения. В общем, видите, очень такой большой магазин здесь. И много цветов, и выбор большой. На потолке, смотрите, это живые цветы, оказывается. Красиво, да? Ух ты, гляньте, какая красота. Вообще. Ух. Какие нежные вообще. Тюльпан. Давайте я вам помогу. Ага. Вообще, какая красота. Вход в царство цветов здесь. Здесь вообще все, посмотрите, стеклянное, очень красивое. Все для цветов есть. Ой, вообще, все мне нравится, все красиво, просто разбегаются глаза. Аж задыхаюсь, знаете, даже не могу дышать полной грудью, прям все, прям. Красиво. Перышки.
Ну вот так вот перед нами театр Алишера Наваи. Вот так сегодня мы посетили вот этот магазин цветов большой. Вы знаете, это такой красивый магазин. Ой, просто аж дух захватывает. Настолько там красиво. И все есть для цветов. И все цветы на любой вкус, на любой цвет. Ну вот такая у нас сегодня была коротенькая прогулочка по зимнему Ташкенту, по магазину цветов. Всем желаю в этом году здоровья, счастья. Всем желаю исполнения ваших желаний. Всем желаю в этом году побеждать, приобретать новое, приобретать лучше, что было. Всех-всех поздравляю с Новым годом. И еще раз хочу всем пожелать всего-всего хорошего. Всего хорошего, чтобы у вас было и в семьях, и чтобы достаток был, чтобы все-все у вас было, чтобы все у вас получилось. Спасибо всем, кто со мной этот год, как говорится, прожил вместе. Те, кто помогал мне снимать мои видео, те, кто принимал активное участие в моем, как говорится, YouTube-канале, те, кто пишет мне комментарии, всем-всем спасибо большое. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть у вас все-все получится и сбудется. Еще раз всех снова.